Вот смотрите, вот стоит сканер. Надо взять книжку и, ну, приложить ее к этому вот сканеру. И придавить. Мам, а где мои гантели? Помнишь, я в 5 лет хотел заняться серьезно бодибилдингом? Ух, у меня тогда были такие... Ну, это я сейчас сильно сдал. Но у меня тогда были такие мышцы. Прям сам Шварценеггер хотел приехать руку мне пожать. Денег на билет не хватило. Ну ладно, сейчас вы все увидите. Так, прижимаем. Так, запускаю программу сканирования. Положил на сканер книжку с информацией хорошей. Сканирую. Сканирую. Вот зеленый червячок, сейчас вот он будет ползти. И все сосканирует. Вот. Так, значит, сканирую. Вот, сканирую из книжки. Из книжки, где уже кто-то что-то напечатал. Нет, можно, конечно, водить пальчиком, следить за строчкой и по буковке набирать текст. Но я пошел другим путем. Это не запрещено тем, что изобретен сканер. И то, что он продается в магазине, значит, можно. Поэтому я пошел, взял сканер и пользуюсь. Вот, сохраню. Сохранил. Вот видите, он у меня появился на рабочем столе. Вот мой вот этот вот сканированный текст. Закрываю это все. Беру, значит... файл с моим текстом и помещаю его в другую программу. Теперь, видите, моя программа начинает его обрабатывать. Обработала. Теперь здесь синий червячок. Вот появился. Теперь я выделю ту часть текста, которую я хочу распознать. Нажимаю на очки. Опять начинается синий червячок. Начинает распознавать текст, начинает по рисунку определять. Вот он мне предлагает сделать исправление. Я здесь нажимаю на кнопку, значит, что вот пойдет. Подходит. Вот весь текст распознан. Теперь я весь текст этот выделяю. Он пытается еще произнести словами, но это мне не надо. Открываю программу Word и вставляю в программу Word весь мой текст. Видите? Вот мой текст. Вот здесь он в Word теперь. Теперь начинаю работать с этим текстом. Так. Значит, я его сделаю где-то 14 номером шрифт. Сделаю наклонным. Теперь, значит, заголовок. Заголовок я сделаю жирным. Так, подождите, сначала надо размер шрифта сделаю крупнее, потом сделаю посередине, потом жирным, потом подчеркну. Сейчас здесь сделаю, чтобы был жирным, посередине, и общие правила тоже надо жирными посередине, но не такими крупными. Вот у меня, видите, есть в Word уже текст, который... Не надо набирать, он выглядит вот примерно так, но его маловато.
Вот, его маловато этого текста, но нам разрешили добавить картинки. Вот у меня здесь есть папочка, в этой папочке у меня есть варианты рисунков на компьютерную тему. Вот давайте берем вот этого мальчика и его поместим. Так, что это тут мне что-то предлагает? Отказаться? Но поздно, уже начинает думать о чем-то. Компьютер, он, конечно, думает быстро, но мне не всегда нужно то, что он там думает. Вот у меня есть рисуночек. Мальчик, который правильно сидит за столом. А у меня же тема техника безопасности, вот он правильно сидит за столом. Но мне надо его сделать так, чтобы он у меня был посреди текста. Захожу я вот в эту вот прочее, делаю, значит... Настройки такие, чтобы он у меня был. Так, не двигается, я его хочу перенести. В этот момент компьютер чем-то занят другим. Я специально не стал заходить в другие программы, вот закрывать. Вот видите, у меня теперь текст получается стал вот обтекаемым. И еще один рисунок. Давайте возьмем компьютер. Возьмем вот этот компьютер и тоже перенесем его в мой текст. Вот опять просит. Нет, надо нажать. Опять компьютер пытается запускать какую-то программу. И еще третий рисунок. Нет, вот этот вот будет монитор с сердечками. Вот для тех, кто... Так, открылась не та программа. Но сейчас она закроется. Внутри компьютера идут какие-то процессы, мне не нужны. Так, сейчас вот этот вот... Так, у меня вот здесь вот компьютер слегка подвисает. Но работает. Так, опять пытается загрузить. Но я вот сейчас сделаю отказ сразу же. Так... Я нажимаю, компьютер висит. Компьютер завис. У него не хватает каких-то мощностей. Опять он что-то пытается там сам установить. Но это бесполезно. Ну, мы не пропустим врага. Так. Так, вот, значит, компьютер висит все еще. Так. Вот, давайте снова. Вот что там? Так, пока еще ничего не происходит. Вот появился наш монитор с сердечком. Значит, будет, если будем соблюдать технику безопасности, значит, с левой стороны делаем его. Значит, опустим его в самый низ. Если человек на уроке информатики будет соблюдать технику безопасности, то и техника будет его любить. Вот цветочки и сердечки. Так, мне надо перенести этот рисунок в самый низ. Так, вот он уже начал куда-то смещаться. Но мне надо его еще ниже опустить. Вот я его... у меня вот выделился текст зачем-то. Я вообще не текст хотел выделять. Вот рисунок. Ой. Так, вот этого мальчика мы поднимем. Вот по компьютеру, вот монитор с сердечками мы вот опустим вот по самый конец, вот так вот, да-да-да, так, вот так. Значит, компьютер вот этот вот вместе с монитором и с клавишами мы его поднимем вот в настройке опять сделали, чтобы обтекание текстом было, вот, и... Поместим его вот вверху, потому что сначала должно быть вот все и строгое, и приличное. Потом чуть пониже будет сидеть вот этот мальчик, будет показывать, что надо спину выпрямлять и носом не втыкаться в монитор, и ногами не пинаться под столом. Вот. Ну, а внизу вот у нас уже будет вот этот вот, так сказать, «до свидания». Пытаемся перенести. Вот ничего не получается. Так.
будет смотреться вот так, но не нравится мне. Надо все переделать. Надо поднять вот немного выше рисунок с монитором и с компьютером. Надо поднять выше. Ну, что-то вот у нас не хочет туда. Поэтому надо покупать мощные компьютеры, чтобы они все это делали быстро. Ладно, начинаем набирать текст. Вот. И так вот, смотрите, этот текст наш урок закончил. Вот. Ну вот текст наш сделаем покрупнее, чтобы вы знали, что это сделал я. Я сразу вам все на листе сделал, ну вот все напишу, что вот выполнил работу. Кто вы думаете? Да, Витечко. Нет, не угадали. Дмитрий Шилов. А внизу мелко. Повыше. На этом же листе мелкими буковками. Вот. Вот. Отступим, сделаем сразу под фамилией и именем. Вот напишем ученик 6 Б класса. Вот. Б в кавычках обязательно. Так, почему у меня вот ученик получился с большой буквы? А, у меня в настройках в Word стоит, чтобы делать первую букву предложения заглавной. Вот у меня получился вот такой вот текст по технике безопасности. Давайте его чуть-чуть увеличим, посмотрим, как это выглядит. Вот, правила техники безопасности по организации и работе с компьютером. Вот так. Все?